Теперь все внимание на ковер. Категория до 74 килограммов. Пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Олимпийских игр. Увайсар Сайтиев, Россия против Геннадия Лалиева, Казахстан. В синем трико наш спортсмен. Знаете, он на протяжении вот этих вот нескольких дней, пока шел к финалу вот всех предварительных соревнований, в своей излюбленной манере, знаете, такой немножечко выжидательный, что ли, работал. Так спокойно, рассудительно, немножечко с такими, таким движением на ковре, напоминающим какого-то сказочного, какое-то сказочное животное по повадкам, то ли змей такой, то ли, я не знаю, дракон, но вот когда хватал он в свои объятия соперника, и когда он начинал, вот пританцовывая на ковре, вот как сейчас приблизительно, работать ногами, запутывая соперников, но действительно сразу было понятно, выдающийся мастер работает. И этот мастер сейчас уже заработал один балл. Очень тяжелый у него был поединок, правда, в четвертьфинале против представителя Белоруссии Гайдарова. Но с Мурадом Гайдаровым у него вообще старые счеты. Посчитал Гайдаров, что несправедливо отдали победу Бувайсару Сайтиеву, но это была абсолютно заслуженная победа. Пришлось успокаивать даже белорусского мастера, но изменить уже что-либо было невозможно. Бувайсар Сайтиев в финале и сейчас ведет со счетом 1-0. Еще один из представителей борцовской империи под названием Хасавюрт. Именно там родился Бувайсар Сайтиев. Правда, сейчас тренируется у нашего выдающегося наставника Дмитрия Миндиашвили и у Хамида Сайтиева, у своего брата. Но вот это вот поменял, скажем так, хасавюртскую школу на красноярскую, которую Миндиашвили и основал, а в свое время открыл там величайшего борца Ивана Ярыгина. И сколько уже потом оттуда из-под его рук выходило мастеров наипервейшей величины. И вот сейчас один из таких, гигант, гигант отечественной борьбы и спорта, Бувайсар Сайтиев, проводит великолепный переворот накатом, зарабатывает еще один балл. И сейчас поставят в партер Геннадия Лалиева. Без свистка, но показывает Бувайсар арбитру, что и Геннадий как-то довольно странно стоял в партере, слишком низко, практически лежа на ковре. И еще прекрасный переворот, 2 балла. Партера. Оторвал своего соперника от ковра и накатил. Очень здорово. 4-0. И вновь сейчас в привычную уже для себя позицию встанет Геннадий Лалиев. Пытается помешать ногами. Отрыв. Влево теперь изменил направление атаки Бувайсар. 5 баллов. Пошел в захват ноги. И скручивание сейчас будет проводить. Помешала сирена. Просто помешала сирена. Ну вот, выходят Адлан Вараев, вице-президент нашей федерации, первый вице-президент, и Дмитрий Миндиашвили.
Пока все складывается очень здорово. Дай бог, чтобы так же и было. Боюсь сглазить, сколько раз так было. Не только на этих соревнованиях, когда, кажется, все, до победы осталось совсем чуть-чуть. Но Бувайсар опытнейший мастер, многоопытнейший. О его заслугах я уже говорил. Но, наверное, не количеством медалей измеряются, определяются заслуги человека, а, наверное, вот той какой-то удивительной атмосферой, которую порой создает, которая создается порой от впечатления, от борьбы этого мастера. Вот сейчас, казалось бы, посмотрите, Лалиев прошел в ноги. Была у него неплохая возможность для атаки, но насколько грамотно защищался Сайтиев, насколько он умно отработал этот момент, сам перешел в контратаку и, пожалуйста, очко заработал. Сейчас, правда, не получилось, ушел от этого скручивания. Вот как некогда, помните, Мухаммед Али пританцовывал на ринге. Вот у Бувайсара Сайтиева не совсем, конечно, такая манера поведения на ковре. Но вот это вот его движение ногами, такое чуть-чуть напоминающее танец. Я уже говорил, ну, что-то из восточных единоборств. И может быть какой-то такой, знаете, ритуальный танец, но... Ей-богу, право, вот это вот движение ногами такое в перевалочку. Мало кто, у кого из борцов это вообще можно увидеть. Вот посмотрите, вот так вот в развалочку, влево-вправо, чуть-чуть показал корпусом в одну сторону, в другую. Сбил внимание, а сам начинает проводить прием в другую сторону. Помотай немного, помотай, пускай. Да, подсказывает там Дмитрий Миндиашвили и Адлан Вараев. Помотай, помотай его. Правильно, его надо обессилить. Совершенно правильная подсказка. Надо, вот как говорят в таких ситуациях, подергать, подергать. Заставить, может быть, чуть-чуть подвигаться больше, чем положено. Вот сейчас ушел уже, да. Обратный захват сейчас попытается, может быть, исполнить Бувайсар Сайтиев. Нет, распустил захват, но еще один балл заработал. Шел наверх, и арбитр дал. Полное, абсолютное преимущество нашего борца. Полминуты остается. Полминуты, уже меньше. Уже каждый, наверное, из сидящих в этом зале и каждый из тех, кто смотрит нашу трансляцию, отсчет ведет этих секунд. И вы знаете, дорогие друзья, Бувайсар Сайтиев становится первым человеком на этом турнире в нашей команде, кто подтверждает свой высочайший олимпийский класс. Двукратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев. Есть еще одна золотая медаль у России. Тут внизу, рядом с нами, Вячеслав Фетисов, Шамиль Тарпищев. Обнимают, радуются, как и радуемся все мы с вами этой блестящей, закономерной, абсолютно справедливой победе. Россия, Россия звучит здесь под трибунами, на трибунах Анальосии, и заслужил это право, чтобы скандировали